До премьеры спектакля остался один день. На сцене последние штрихи и приготовления. Декорации сразу выдают эпоху, о которой повествуется в постановке. Квадратура круга – это период НЭПа, 20-е годы прошлого столетия. Интерьер и лозунги в духе того времени. Впрочем, постановка совсем не об этом. Она о любовном четырехугольнике. Это история. Мы должны знать свою историю. Вот. А любовь, она же во все эпохи, во все времена. Она как бы актуальна. Любовь спасет мир. Мы вообще не о политике. Мы о людях, о том, как они хотели, о том, как они хотят жить, как они хотят быть счастливыми, да, как они ищут свою половиночку. Вот, со своими принципами, со своими интересными такими увлечениями в жизни. По словам режиссера Татьяны Дорогобед, такой постановки в репертуаре театра до сих пор не было. Сама пьеса написана в 1927-м, а спустя год состоялась ее премьера в МХАТе. Квадратура круга прошла по всем театрам Советского Союза. Затем обошла много европейских и даже перекочевала в Америку. Название обозначает якобы тупиковую ситуацию, в которой оказываются герои, но в конечном итоге они находят из нее выход. Все происходит в одной комнате, все события, но они очень насыщенные. Молодые люди ошибаются, влюбленность принимают за любовь, потом вдруг выясняется, что это не любовь, да? Как и в жизни. Мы часто с этим встречаем, семейные проблемы. Один из главных персонажей в постановке – актер Павел Хаджаев, который играет Василия. Он представитель рабочего класса, женат на мещанке Людмиле. Но по сценарию влюбляется в жену своего друга Тоню, идейную комсомолку. Вот тебе моя дружеская рука. Будем друзьями. Какая неприятность. Мне тоже тяжело. А ты мне еще вчера снилась. Это тяжелый образ, потому что времена НЭПа были очень давно, и чтобы как-то изучить, пришлось перечитать много информации, какие-то законы, которые выходили в те времена, много чего я узнал. И это произвело, конечно, впечатление на создание образа. В веселой, искренней музыкальной постановке речь идет о простых и вечных жизненных ценностях, любви, умении радоваться жизни и стремлении найти свою половинку. Именно поэтому она до сих пор пользуется популярностью у театральных режиссеров. Премьера «Квадратуры круга» состоится 30 и 31 мая в 18:00. Людмила Любимцева, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.